не вышел сегодня и не выйдет завтра. Ну вот Фуркад уже, посмотрите. Дай пятюню Фуркаду. Вот такая интересная игра на финише. Здесь много французских болельщиков. Ну вот вы посмотрите, что творит, а? Молодец. Что творит? И летать умеет, и стрелять умеет, и настоящий орел. Такой себе может позволить, конечно, только выдающийся человек. Пойди уже тоже. Начал улыбаться широченной своей улыбкой. Да, это Мартен Фуркад. И понятно, что когда Фуркад, уважаемые друзья, говорит о том, что как ему соревноваться со спортсменами, которые раньше имели дисквалификацию, к этому мнению будет прислушиваться весь биатлонный мир. Опять-таки, да, вы посмотрите, что здесь происходит. 500 метров до финиша. Но Каспирович — это серебряные усы России, судя по результату Антона Шипулина сегодня. А здесь Мартен Фуркад. Шипулин додержит, друзья. Конечно, додержит, тут никаких проблем нет. Итак, этот сладкий октябрь для Фуркада. Покоритель поклевки, покоритель третьего этапа Кубка мира. Мартен Фуркад одерживает четвертую кряду кубковую викторию. И в нынешнем сезоне 1-3 место и 6 побед. Мартен Фуркад. Зверюга, талантище, гений. Для нас является самым главным финиш Антона Шипулина, уважаемые друзья. Свободно, уверенно на классе. Но второй сегодня. Это успех безусловный, но понятно, что Антон рассчитывал на другое. Учитывая максимализм, браво, Шипулин, второе место. Очень неплохо. Четвертый пьедестал подряд для лидера российской команды. А здесь кто? Франция Лигемария, это Фионмайе. На финише нет пока не тот Симон Шеф. Пока он уступает, и Фионмайе, который...